Татьяна Навка представляет мюзикл «На льду. Руслан и Людмила». С 12 июня по 2 октября в Сочи-парке. Завораживающее фигурное катание, великая поэма Пушкина и олимпийские чемпионы. Она мне жизнь, она моя рада. В главных ролях Камила Валиева, Алина Загитова, Виктория Синицына и Никита Кацалапов. «Руслан и Людмила. Волшебная сказка на льду для всей семьи». Билеты в продаже на сайте navka.show. 0+.